Каждый год самые активные семьи Бердска собираются в одном месте. Слет-фестиваль «Семейный круг» уже стал традицией и отметил первый юбилей – 5 лет. Он зародился в год, когда в стране было объявлено 10-летие детства. Задумка состоит в том, что каждый год принимают участие первоклассники текущего года, чтобы мы через 10 лет собрались большой вот этой командой, бывших первоклассников, и подвели некоторые итоги. Но пока подводить итоги рано. Каждая семья хочет показать себя во всей красе и доказать, что она самая дружная, творческая и активная. Первое испытание – визитка. Участники рассказывают о себе в стихах и песнях, а семья Полицких заглянула в историю и узнала тайну фамилии. Да, мы немножко изучили историю семьи и нашли такую информацию, что наша фамилия происходит именно вот от этого оружия под названием Палица. Лев появился, был создан совет семьи и решили создать наконец-то свой герб. Я думаю, это необходимо начало каждой семье, да, начало. И обсудили, что же на нем должно быть изображено. Все пришли к единому мнению, что, безусловно, это лев. Лев – это сила, отвага, честность. Ну, благородство, да, что в нашей семье, безусловно, существует. Палица, я уже рассказала о том, что оттуда идет истоки, история нашей фамилии. Ну и без сердца, я думаю, без любви ни одна семья не может существовать. Любовь друг к другу, уважение, любовь к стране, любовь к городу, любовь к тому, чем ты занимаешься. Я считаю, что любовь должна жить во всем. Как правильно воспитать детей? Как сохранить любовь и верность семье? Ответы на эти вопросы участники слета фестиваля ищут вместе. Цель мероприятия – обобщить опыт семейного воспитания. По тематическим площадкам, когда беседуют специалисты, профессионалы, уже по патриотическому, по духовно-нравственному воспитанию в помощь семей, несколько такая тематика расширяется. Я вот уже говорила, мы ежегодно проводим опросы предыдущих участников и получаем, кстати, позитивные ответы, очень позитивные отзывы, потому что те брендбуки, которые мы готовим в помощь, это как подсказка, как путеводитель для семьи, и в том числе полезные телефоны наших служб городских, это однозначно помогает. И хорошие очень отзывы идут, какие энциклопедии мы дарим на этом слете-фестивале. Уверенность в себе и в своих силах, отличное самочувствие и хорошее настроение дарит, конечно, спорт. Поэтому участники сегодня доказывают, что они самые сильные и ловкие. Семьи попробовали свои силы в дарте, прыжках, подъеме гири и других состязаниях. Также для детей в рамках слета фестиваля провели мастер-классы и игры. Ну и как же без угощений? Все участники полакомились вкусностями и получили подарки.